Лучшие проекты, мастер-классы, интерактивы сегодня презентуют педагоги, студенты и школьники на стенде Тюменской области. Например, здесь рассказывают о тюменских мостах и других сооружениях. Можно видеть на графике наши показатели. Можем еще попробовать запустить груженую машинку по нашему мосту, посмотреть, как она будет влиять. Машинка едет, показатели на планшете меняются. Я вообще очень долго жил в Тюмени, знаю этот мост влюбленных. Его любят все тюменцы, любят посещать там. Ну, очень знаковое место. И вот эта модель, да, как бы представляет собой, ну, вот, что с собой с технической стороны представляет мост. Очень интересное все. Узнать о достопримечательностях Тюменской области и получить в подарок настоящую нефть можно на этой площадке, а здесь все желающие могут погрузиться в виртуальную реальность. Здравствуйте, расскажите, где оказываются участники, какое задание предлагаете выполнить? Участник оказывается в магазине, помогает пациенту в состоянии инфаркта, оказывает первую помощь. А на этой площадке все желающие могут пройти викторину и узнать о Михаиле Пришвине. В нашем городе учился и жил какое-то время Михаил Пришвин. Поэтому детьми и учителями была придумана игра. И вот эту игру мы будем представлять как способ познания и истории пребывания в Тюменской области, в Тюмени Михаила Пришвина, и как факт культуры. Выполняем зачистку полиэтиленовых труб перед выполнением сварного шва. Здесь проходит мастер-класс по сварке труб. Его разработал тюменец, победитель всероссийского конкурса «Мастер года». Этот процесс не очень сложный, его особо не видно, но где вы еще увидите сварку без искр? Вот. Также я, как победитель конкурса «Мастер года», буду участвовать в дискуссии, но это уже будет проходить в другом павильоне. На стенде Тюменской области можно поиграть в настольные игры, а также узнать о профессиональных конкурсах, которые в этом году запланированы в нашем регионе. Дарина Халина, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.